Александра Дивеевская. Вдова Агафья Мельгунова, став Александрой в пострижении, отрекшись от всего земного, в небесном обрела служение. Явилась Богоматерь ей с веленьем следовать за ней. Из Киева к просторам севера не близкий путь был, непростой. Для отдыха в селе Дивеево остановилась на постой. Второй раз сходит благодать, удел четвертый основать. В Саровской пустыне просила совета старцев вразумления. Крест с Богородицей под силу. Указ исполнить разрешение. Прожив всего лишь 9 лет, ушла дочурка на тот свет. Со смертью дочери мирское опало пеплом на года. Молитву обрела в покое подвижничество навсегда. Именья проданы, дары передала в монастыри. Дела уладив, ставит келью в Дивеево, где 20 лет шло неусыпное моленье и откровение в ответ. В честь явленной ее очам воздвигнут был Казанский храм. И послан был благотворитель, своей усадебной земли вложила Жданова в обитель. Построить кельи смогли. Послушниц с Александрой труд, паломникам в Саров приют. Предвидя скорую кончину, о будущем сестер Тамима, мать Александра за общиной следить просила Серафима. Причастие успев принять, вкусила небо благодать. В Дивеево ее источник с целебной чудную водой, купель, часовня, как подстрочник, поддержка силою святой. Недавно побывала там, желаю посетить и вам.